противника 30 метров прямо. Пять человек, автоматы, осколочные гранаты, одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. В сравнении с тем, что я видел в Припяти, это болонки. Хорошо, что ты оттуда выбрался. Вас понял. Обходим тихо и ликвидируем отставших. Терпение. Не делай глупостей. Конвой, прячься! Пропустите их. Стали покурить. Займись одним, второй мой. Неплохо. Я готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Мы уже нашли транспорт. Работаю над этим. Отбой. Противник! Берегись! Отбой! Их техника здесь не пройдет. Пропустите их. Похоже, они нас ищут. Впереди. Прикончи их или обойди, выбирай сам. Нас заметили! В атаку! Стреляй! Большой патруль на 12. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Хорошо.
с собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Как насчет поддержки с воздуха? Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Нас понял. На скала подойдет. Роуч, бери управление предейтором. Проклятье. Что такое? В деревне стоит ЦРК. Предейтор спит. Соу, нужен еще один предейтор. Роуч, пошли. Назад! Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь выбрать другое.
Несколько минут, она начнет.
ракета, воздух, земля готова. Роуч, двигаемся к западным воротам. Прикрывать Прайса, за мной! Нашим расчетам цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы.